Нет, я же говорю, бывают такие вот проститутки, которые уже все, клейма негде ставить, и они уже кайфуют от профессии. Как дела, малыш? Хорошо, пупсик. Бэйби, я себя чувствую, как в плохом немецком порно. Ты не хочешь станцевать, не можешь стриптиз, так аккуратненько, невзначай. Задом поверни, задом, задом. Губы, 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 Ксюша. О, два пальца, два. Мне очень нравится тело Сергея Лазарева. Это вот этот пресс прям. Прям. И ты еще вкусный на ощупь. Вкусный? Не моюсь, да. Сейчас. Тупичка. Теперь я грязный. Только не брезись, это же называется б***ная порошечка. Я вот конкретная бацилла Гнуси. Я бы так себя назвала, поэтому, в принципе, стоит мне куда-то вот внедриться, Гнусь начинает распространяться. Вы друг на друга тоже работаете. Вернусь позже. Уже работа. Смейте его отвлекать, вот бросаете человека, он, я его должна ждать, сколько можно, хотите с РБК, кому нахуй на РБК интересно вот этот весь позорище. Сейчас мне завидует полклуба, но вряд ли кто-нибудь рискнет мне мешать, ведь у меня самая дерзкая подруга. И все хотят с ней а помнишь, раньше я катался на скейтборде, вот так. Слушал хип-хоп, и я тебе не мог мечтать. Теперь я number one на любом танцполе, yeah. Я приглашаю тебя потанцевать. Танцуй со мной, потанцуй со мной. Танцуй со мной, потанцуй со мной. Я же проехавший сегодня в электричке и поняв, что в час дня уже половина электрички, я полюбила тебя еще больше. Ты не пьешь вообще, я ненавижу пьянство вообще. Я, кстати, не пью. Андрюх, убери камеру, Андрюх! Я сказал, ну не снимай, блядь, убери камеру, убери камеру. Нормально. Я прям напилась так, что всю остальную неделю, зато я не пила, ну так, практически ничего. Ну, ладно, не могу, звоните! Да? Вот.
Свет на свечу. Серега, сейчас я тебе помогу, говорю я. Захожу с ним в мужской туалет, а там мужики стоят, простите, писают. А я захожу и так говорю: мальчики, не беспокойтесь, я не смотрю. И начинаю промывать глаза Сережа. Говорит: сейчас, сейчас я тебе промою глаза, а там мужики абсолютно в шоке. Потому что я говорю: да я не смотрю, мне вообще не интересно. Уже писайте себе на здоровье. Говорю я и продолжаю делать свои темные дела. Это главный человек, лохушки. Путать надо не олигархов, а Феликса. Феликс – это главный режиссер всех таких глобальных мероприятий Первого канала, Муз-ТВ, различных премий. Вот с кем надо дружить. От этого человек будет. Слушай, это какая-то такая вот, называется, групповуха шоу-бизнеса. Если ты ничего не будешь делать, Ксения, я только что задала вопрос, сейчас я тебе сказала. Вообще, ребята, я не буду, я смешно, ну не работай, давай уйди, давай еще уйди. А давай, может, давай лучше ты уйдешь. Я задала 4 раза сейчас вопрос, я не собираюсь так работать дальше. Хорошо, сейчас я задаю вопросы. Вообще, почему ты постоянно задаешь вопросы? Потому что я задаю вопросы умнее, чем ты, извини, пожалуйста. Да, конечно, да, я, по-моему, тоже актуальный вопрос сейчас. Это ты можешь посидеть. Да, посидеть, поступить, а лучше еще выйти. Армяне, вот честно могу сказать, что? У меня был молодой человек армянин, самый темпераментный мужчина, правда. В них столько необузданной энергии. Ксения Собчак. Здравствуйте, я Ксения Собчак, и мне есть что терять. Но тем не менее, я здесь, потому что мой отец, Анатолий Александрович Собчак, был один из тех, кто писал Конституцию Российской Федерации и власть Российской Федерации. А для этого должна быть партия, должно быть движение, которое сможет стать каждым и сможет стать движением, за которое каждый может сказать: это моя партия. Такого движения нет. Та позиция, которая есть сейчас. Я хочу влиять на власть. Я хочу, чтобы была создана партия, которую я смогу назвать, что это моя партия. И идти голосовать не против Единой России, как я это делаю на этих некоторых из вас. Как это движение, как это вынуждено в интернете, так и такое движение, так и такая организация, и такая партия должна быть создана в интернете. А через эти люди, которые мы все влияем, моя партия. Спасибо! Здравствуйте, я Ксения Собчак. Блять, мы не ходим здесь, еще раз сказали, мы подводку записываем. Вы что, не слышите, блять? Женщина, я с вами сейчас разговариваю. Мы здесь не ходим. Вы, блядь, дебил, что ли? Мы не ходим здесь. Обратно вернулись, мы записываем подводку. Обратно вернулись, блядь. Заебали, блядь, эти пидорасы. Если сейчас они пойдут, Лиль, я переписывать не буду, я сразу тебе говорю. Внимание, тревога. Срочно покиньте помещение.